Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Рыжик. Мы начинаем новое прохождение игры Mass Effect 3. Точнее, мы продолжаем проходить Mass Effect, просто третью часть начинаем. Наконец-то. Не знаю, что будет с сохранением, потому что очень многие пишут, что, короче, какие-то проблемы там не переносятся. Не переносится сохранение, точнее, персонаж. Так, вроде у нас все. Ой, дополнительно у нас. Новая игра. Новая игра, перенос из Mass Effect 2. Так, Эвелин Шепард, землянин, последний герой, страж. Все норм. Так. Нет, у нас вот это вот было последнее сохранение. Так. Спасена королева Рахни, спасен Кайден Аленк на Вермайре. Было принято решение спасти совет. Была сохранена работа Мелана. Рекс выжил на Вермайре. Было принято решение перепрограммировать еретиков гетов. Да, я, кстати, решила так сделать. База коллекционеров была оставлена Церберу. Не знаю, окнется это или нет. Членов отряда пережило самоубийственное задание 11. У нас умер доктор Мордин. В общем, я не знала, что он, кстати, может умереть, если его не отправить со спасенными персонажами, да? Вот, поэтому, собственно, я его оставила, и он по непонятной причине у меня умер, да, вот, косячок. Печалька, конечно, ну ладно. Собственно, уже как получилось, так получилось. Был роман с Кайденом до Mass Effect 2. Был роман с Тейном в Mass Effect 2. Насколько я знаю, у нас Тейн умирает, поэтому я буду пробовать. А я не скажу, с кем я буду пробовать, так что обойдетесь. Это наша Шепард? Вот это? Это что, наша? Вы что, ржете? Типовая внешность. Господи, что с ней? Это не она. А можно я поменяю немножко? Капец, что реально она? Мне не нравится. Оттенок кожи. Это темнее, это светлее. Но оттенок кожи-то можно оставить такой же. Мне что не нравится? Я хочу... Тут еще и косметика есть. Не, ну в принципе, я хотела, если честно, поменять цвет волос. Я хотела рыжий сделать. Ну рыжая она не очень. Ну вот не очень. Ну что это? Ну не очень она. Ну реально. Блин. А волосы есть другие? Длинных не завезли. Слишком многого я, наверное, хочу от этой игры, да? Типа, ну, длинный волос. Типа, не офигела ли я, да? Не, народ, волос тут не завезли, я смотрю. Так и не хочу. Так что, если оставлять, то только вот так. Как бы, я не знаю, сейчас попробую сделать. Мне вот рот не очень нравится, форма рта. Может быть, я сейчас, если форму рта переделаю, она будет более-менее нормальная. Может, и...
У нас так было? Впалость. Что за впалость? А, понятно. Это ширина, размер, высота. Можно вот так оставить, потому что тот рот это ужасно. Вот этот вот нормальный у нас, по-моему, такой, он, в принципе, и должен быть, по идее. А, глаза. Так, глаза. А, вот цвет бровей. Хотел сказать, а цвет бровей-то где? Нет, цвет бровей, если ставить, то уж ставить вот такой. То есть коричневый цвет волос. Вот такой темный. Но мне не нравится она. Рыжеволосая она не очень, ребят. Я очень хотела, конечно, ее рыженькую сделать, но мне кажется... что все-таки так лучше. Твою ж дивизию. Ой. Хрен знает. Рот. Вот так. Такую я, да, оставляла? Тут аж цвета губ нормального просто нет. Хрен знает. Короче. Я не знаю, вроде более-менее так. Цвет правее. Так. О! Вот этот цвет вроде ничего, да? Хотя нет, вот это получше будет. Тут поприкольнее. Я хочу посмотреть, если вот так сделать. Как? Норм? Нет. Совсем голубые. Все. Короче, нафиг, я оставляю как было, потому что это капец. Оставляю как было. Глаза, цвет радужки. Вот, рот только я поменял, потому что тот рот, это ужасный был рот. Поэтому вот этот вот оставлю в стороне лица, вот оттенок кожи комплект. А вот... Кстати, если вот это лицо поставить, то, в принципе, рыженька сойдет, наверное. Нет? Комплекция. С веснушечками. Ну-ка, сейчас. Вот. Мне кажется, вот так вот ничего. Блин, я не могу, короче. Я играла в такой Шепард, какая у меня была. Пускай будет она темная. Все. Ничего не знаю.
Была такая, пускай такая остается. Так, значит, мы стражем были, да? Что у нас, значит, стражи умеют сочетать технические умения с биотическими. Кроме того, они владеют совершенными щитами, что позволяет реже использовать укрытие, атаковать врага более эффективно. Если щит оказывается перегружен, его энергосистема взрывается, сбивая с ног всех врагов поблизости. Умения. Бросок, деформация, подбрасывающий гранат, техническая броня, перегрузка, заморозка. Заморозка я вообще не пользовалась, если честно, я даже не знаю, как норм будет еще или нет. Вот. Ну, солдат — это солдат. Здесь умение, значит, зажигали... Ну, короче, тут это. В основном стрельба, разведчик. Технические боевые специалисты с уникальным умением маскировки от визуального аппаратного обнаружения. Тут что у нас? Ну, тоже не очень. Штурмовик. Славится рискованной эффективностью боя, быстро сближаясь с противником, чтобы на малой дистанции уничтожить его силы, оружие или биотики. Ну, блин, я не знаю, не хочу. Зажигательные патроны, крио-патрон, биотический заряд, сверхновая ударная волна, притяжение. Что-то мне не очень. Адепт. Что у нас делает адепт? Специалисты по биотике. Ею они могут обездвижить или даже убить противника. Им не хватает боевых тренировок, но они способны победить, не сделав ни одного выстрела. Значит, имплант позволяет создавать микросингулярности, нанося врагам урон и поднимая их в воздух. Ну, это биотик чистый. Так, деформация, бросок, ударная волна, сингулярность, притяжение кластерной гранаты. Так, а инженер технический. Защиту быстрее уничтожает. Способен взрывать боевых дронов. Так, исполнение, перезагрузка на боевых дрон, диверсия. Ну, блин, инженер. Не знаю, мне кажется, лучше стража стать. Страж это что? У нас страж. Инженер-адепт. Страж у нас, да? Давайте стража ставим. Конечно, не знаю, можно было бы за другие попробовать, конечно, поиграть. Ну ладно. Так, Эвелин Шепард. Раса землянин, репутация последний герой, класс страж. Пожалуйста, пройдите информацию, нажмите принять, чтобы продолжить. Окей. Чтобы подтвердить сделанный выбор, нажмите вот. После этого вы уже не сможете изменить своего персонажа. Все. Electronic Arts представляет. Давайте представляем. О, блин, я сложность не посмотрела. Мне же... Вроде максимальную ставила, не знаю. Что-то настройка посмотрю. После ролика. How bad is it? Bad. We just lost contact with two of our deep space outposts. There's something massive on long-range scanners. Чего? Is this what Shepard warned us about? I'd stake my life on it. How long do we have? Not long. I sent word. The fleet's immobilizing. God help us all. Что такое-то? Так, в 2157 году человечество узнало, что оно не одиноко во Вселенной. 30 лет спустя оно заняло свое место среди дюжин других народов галактики. Мир и идиллию омрачает лишь темная память о жнецах, разумных машинах, стремящих все живое в галактике раз в 50 тысяч лет. Скоро жнецы должны вернуться. Короче, не успела я дочитать. Дочитайте на паузе, собственно, как и я. Это у нас цитадель?
Commander. You're not supposed to call me that anymore, James. Not supposed to salute you either. We gotta go. The Defense Committee wants to see you. Sounds important. А вроде неплохо, да, она такая, ну это. Просто ротик переделала, в принципе, вообще прикольно. What's going on? Couldn't say. Just told me they needed you. Now. Anderson? Anderson. Admiral. You look good, Shepard. Maybe a little soft around the edges. How are you holding up since being relieved from duty? It's not so bad once you get used to the hot food and soft beds. We'll get it sorted out. What's going on? Why is everyone in such a hurry? Admiral Hackett's mobilizing the fleets. I'm guessing word's made it to Alliance Command. Something big's headed our way. The Reapers? We don't know. Not for certain. What else could it be? If I knew that. Так, надо было готовиться лучше. You know we're not ready if it is them, not by a long shot. Tell that to the Defense Committee. Unless we're planning to talk the Reapers to death, the committee is a waste of time. They're just scared. None of them have seen what you've seen. You faced down a Reaper. Hell, you spoke to one. They blew the damn thing up. You've seen how they harvest us, what they plan to do to us. You know more about this enemy than anyone. That way they grounded me, took away my ship? You know that's not true. When you blew up the Batarian relay, hundreds of thousands of Batarians died. It was that or let the Reapers walk through our back door. I know that, Shepard. And so does the committee. If it wasn't for that, you'd have been court-martialed and left to rot in the brig. That and your good word. Yeah, I trust you, Shepard. And so does the committee. I'm just a soldier, Anderson. I'm no politician. I don't need you to be either. I just need you to do whatever the hell it takes to help us stop the Reapers. Вообще офигели. Good luck in there, Shepard. Anderson. Shepard. Кайден. Кайден. Ой, возмужал, я смотрю. Okay, I think. Hard to know. I'm just waiting for orders now. Major. You hadn't heard? No, hadn't. Sorry, Shepard. It's been... Well... Okay, приятно тебя видеть. That's okay. Just glad I bumped into you, Caden. Yeah, me too. Admiral. Come on. Надо было, конечно, это... Майор, типа. Приятно тебя видеть, майор. You know the commander? I used to. Знал когда-то? Ты не офигел вообще? У нас там шуру-муру вообще-то были в первой части. Это еще кто? Адмирал Андерсон. Шепард. What's the situation? We were hoping you would tell us. The reports coming in are unlike anything we've seen. Whole colonies have gone dark. We've lost contact with everything beyond the Sol Relay. Whatever this is, it's incomprehensibly powerful. You brought me here to confirm what you already know. The Reapers are here. Ха! Чё, обделались? Then, how do we stop them? Stop them? This isn't about strategy or tactics. This is about survival. The Reapers are more advanced than we are, more powerful, more intelligent. They don't fear us. And they'll never take pity on us. But there must be some way. Объединяться надо. If we're gonna have any chance at surviving this, we have to stand together. That's it? That's our plan? Admiral, we've lost contact with Luna Base. The moon? It couldn't be that close already. How'd they get past our defenses? Sir, UK headquarters has a visual. Ого.
Охренеть! Они уже что, прилетели? А что это, что делать-то? Why haven't we heard from Admiral Hackett? What do we do? Снимай штаны и бегай, короче, там, по этому, по кругу. The only thing we can. We fight or we die. Естественно. We should get to the Normandy. Досиделись. Ну, мне хрена было отстранять Шепарда. Офигеть. Ой. Что с волосами произошло? Major Alenko, is that you? What's your status? I can't raise the Normandy. You'll have to contact me. We'll meet you at the landing zone. Anderson up. Офигеть. А В, чтобы... А чего? Да подождите, какой летсмув-то? Я же... Чё у меня с чувствительностью вообще? Так, сейчас всё будет. Ну, просто очень быстро. 50%, ни хрена себе. На 30-ку хотя бы. Так, и нужно посмотреть, какое у меня безумие стояло. Да, безумие. Так, это всё... Включите его, чтобы видеть пентаграмм действий. Так, автоматический рост мы выключили. Я, в принципе, все настроила, просто... так, шлем скрытый. Шлем капитана по умолчанию. В большинстве случаев. Просто хочу, ну, посмотреть, чтобы потом не было никаких этих проблем, короче. Сглаживание все это включено. Так, я потише сделаю немного. Музыку даже чуть вот так вот. Все равно, смотри, крутится, очень быстро крутится. Ну, чувствительность высокая слишком. 20-ку. Ну, так вот еще куда не шла. Так, а чего у нас? Ёлы-палы. Идем. Удержите пробел, чтобы бежать. А, то есть если я побегу, то он тоже побежит. Опа, ой, тут немножко по-другому все прикольно так. Мне больше нравится, чем во второй части. Мне кажется, тут прикольнее будет. Ну-ка, тут что у нас? Она сама заползает, да? Укрытие. А что тут, что тут? А, теперь на шифте вот эта вся штука, не на пробеле. А, ну, вообще можно поменять то, что я не знаю. Пробел как-то мне удобнее, что ли. Ну ладно, я, может быть, привыкну к этому делу. Просто, ну, поменялось управление, поэтому я не знаю. Шепард. Ну, почти со мной лейтенант Вега, мы под сильным обстрелом. Примерно через 5 минут.
повторить. Майор. Идем на пора. Пойдем. Ты куда? Ой. Блин, пробежал козел. Ну, по-другому никак не получается. На, скотина. Ой, мама. Так, у меня нет патрон. Поэтому надо как-то отсюда выбираться. Ну, надо, да. Выбираться, это что? Что это такое? Подожди. А, это вот как? А, вот оно как. На пробел, короче, нажать надо. Я глубоко, короче, извиняюсь, но, ребят, ну просто... я же первый раз еще зашла. Ой, мать твою! На, блин. Ого, прикольно. С пробелом надо, короче, взаимодействовать. А чё это я-то дверь держу, Андерсон? Ты чё, не можешь дверь подержать? Так, тихо. Он-то прошел, а мы чё, вернулись? Hey. It's okay. Музыка офигенная. Позволь помочь. Come here. I need to get you someplace safe. Take my hand. You can't help me. Shepard! In here. Музыка, блин, офигенная была просто. Ну а ты что хотел? Жнецы же. Я понимаю ваши чувства. Ну вот именно. Exactly. It's so fast. I thought we'd have more time. We knew they were coming. And they still just cut through our defenses. We need to go to the Citadel. Talk to the Council. The Citadel? The fight's here. It'll be everywhere soon enough. You said it yourself. The Reapers will destroy everything if we don't stop them. The Council has to help us. Да какой совет к чертям? You sure about that? No, but you're a Council Spectre. That has to count for something. Kasha! Thanks. I owe you one. More than one. Grab some ammo. Так, дают боеприпасы. Значит, сейчас будет шипитос. Нет, я все-таки сделаю музыку. Тоже на 90. Потому что тут есть очень классная музыка, она просто офигенна. Ну вот эта вот, которая была, хотелось бы погромче. Будем надеяться, что меня тоже нормально слышно. Ну вот. А! Мейджор Лейкл, мы в центре спейсборта. ETA 3 минуты.
Нормандия под сильным обстрелом. Плохо дело. Кайден, блин, ты смотри, какой здоровый. Офигеть. Что творится, мать царица? Ёшкин кот. Ой. Ой-ой-ой. Чё? Ничего не понятно. Так. Спуститься. Сейчас полезет что-то. Ой, ты чё? Да они уже увидели, чё за твари? Так, что у меня есть-то? Вообще тут что-то все маленькое. Так, деформация. Так, перезагрузка, бросок, первая помощь. Техническая броня. Заморозка. Так, деформация у меня на какой кнопке-то ходит, ёшкин кот, на шестерке аж. А, всё-таки перезагружается какое-то время. На! Да подожди ты. Вот у меня что, так патрон мало? What happened here? Our gunship was shot down. We barely made it. You have a radio? We're trying to contact our ship. No. There's one in the gunship, but it's gonna be crawling with those things. Stay here, son. We'll get you out of here. Вы сейчас спасете. Ага. Come on. Let's get to that gunship. Так, к летуну идем. Пойдем. Так, а у меня тут. Тихо, тихо, тихо. Мне бы переставить на самом деле, что у нас. Деформацию мне, конечно, удобнее на единичку. Бросок. Броня заморозка, это перезагрузка. Так, давай вот так мы сделаем, наверное, все-таки. Вот. Так, первое, второе бросок, третье перезагрузка, четвертое заморозка. Чтобы нам примерно хотя бы. Мы без брони. Так, еще аптечка, но она, в принципе, не нужна. 150 опыта нам дали. Я охренею. Вообще, что творится-то тут? Так. Я тебе сейчас, я вас так сейчас замочу. Блин, не получилось. На, блин. Лучи. Где еще-то? На.
Получи, фашист. Ча. Кстати, прикольно. Раз. Все? С одного удара? Прикиньте, блин. Я крутая вообще. Ни одного патрона не использовала на них. Есть что? Нету ничего. Пойдем дальше. Так, а у нас сохранение-то какое? F5? Да, сохранение F5. Ничего не изменилось. Найти радиостанцию. Найти радиостанцию, окей. Оружие мы взяли. Погоди ты. Да, сейчас. Автоматик. Я уже даже по сторонам не смотрю. А ящик я не взяла. Можно я ящик возьму? Блин. Normandy, this is Anderson. Do you read? Admiral, what's your location? By a downed gunship in the harbor. I'm activating its distress beacon. Аварийный маяк. Send support. We've got wounded down here. Да, ага. Major. Все, пипец. Будем надеяться, что Нормандия там в целости. Опа. Куда идешь, тварь? Лучи. Так. Вообще охренели, сори. На, блин. Пироманьяк. Вот это плохо. Так, сдох. Чего их так много-то, ну? Давай, Андерсон, там добивай. Ты смотри, этот встал. Каннибалы, блин, какие-то. Оу-оу-оу-оу. Пироманьяк. Я отсюда не уйду никуда. Мне тут хорошо. Посмотри, они все прибывают и прибывают, да? Андерсон, добивай. А, или мы должны ждать просто, наверное. Только за нами этот... Зачем я встала?
Я зря встала, потому что я хотела вот это вот сундук открыть, ну блин. Ой, короче, не надо его открывать. А удерживаться до эвакуации. Все заново походило. Я буду их этим бить. Мне кажется, это лучше. Учите. На, блин, ищите. Получи. На, блин. Получай. На, блин. Hope they get there soon. You and me both. Давай, блин. Пошел нахрен. Так, сначала их деформацией. А потом бросочком. Просто дольше перезаряжается. Кстати, не посмотрел там умения, мне можно какие-то скачать? Во-во-во, иди туда, вот так на плечи. И ты тоже туда иди, к нему же. И ты на плечи. Оба. 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 Давай, 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 иди, иди сюда, в эту сторону, иди. На, блин. О, улетел. Ты так сдох. На. Вылезли, гады. До свидос. Ну-ка, гребите. Блин, классно, эта штука биотика вообще. Мне так нравится. А чё так долго-то? До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. А-а-а, лошары. Свидания. Они все в воду падают, чё? Ни хрена ты сальто тут вытворяешь какие. На, блин. Еще получи. Оба. Все? Нет? Ну на, еще себе. Когда закончится? А что так долго? Может, я что-то делать должна? Не знаю. Сам сдохну. Оба. Растворился. Ой! До свидания, пишите письма. Упал такой. Куда вы кончитесь, а?
Какие сетевые функции, вы издеваетесь? Нафиг они мне нужны? Сетевые функции, блин. Твою дивизию. Ну, сам сдохну. Где они? Дурак, ты же знаешь, сколько там народа. Если вы останетесь, я тоже. It's a fight we can't win, not without help. We need every species and all their ships to even have a chance at defeating the Reapers. Talk to the council, convince them to help us. What if they won't listen? Then make them listen. Now go, that's an order. I don't take orders from you anymore, remember? Вот-вот. Consider yourself reinstated, Commander. You know what you have to do. I'll be back for you, and I'll bring every fleet I can. Good luck. You too, Shepard. Жесть. Блин, музыка офигенна. Mass Effect 3. Да. What the hell's going on? Where's Anderson? Where are we going? Hey! We're leaving. Leaving?
What's going on? Anderson wants us to go to the Citadel, get help for the fight. Bullshit, he wouldn't order us to leave. Мне это тоже не нравится. We don't have a choice. Without help, this war's already over. Forget it. Drop me off someplace, because I'm not... Enough! Don't you think I'd rather stay and fight? We're going to the Citadel. You want out? You can catch a ride back from there. Commander! Joker? That you? Alive and kicking. Got an emergency transmission from Admiral Hackett for you. Что там? Patch it through. Shepard, sustained heavy losses. Our force was overwhelming. There's no way we can defeat them conventionally. Anderson's already ordered me to the Citadel to talk to the Council. First, I need you to... Lance outpost on Mars. Now we lose control of the system. Yes, sir. We've been researching the Frothian archives with Dr. Tassoni. Mm-hmm. We found a way to stop the Reapers. The only way to stop them. Contact soon. Hack it out. Joker, set a course for the Mars archives. Mars? Roger that. Так, а где Нормандия-то? This is local. Why Mars? What do you think we'll find there? I don't know yet, but if it helps us win this war, grab your gear. Броня, знаешь? Загрузка прикольно. Достижение целеустремленно открыто. Прикольно. Такая колония-то большая. Огроменная, я бы сказала. Still no contact from the base, but we've got a massive storm headed our way. How long till it hits? Half hour tops. After that, we're gonna have difficulty keeping up comms with the Normandy. Understood. Так, ладно. Нажмите Escape. Выберите отряд, чтобы поднять уровень. Так, где у нас? Вот отряд. Что-то я вообще. А где? У нас 16 очков. А, так это у меня же прокачка с прошлой части еще здесь. Так это вообще зашибись, что? Так, вот выносливость. Подкачайте мышцы, тогда ближний бой станет для вас просто развлечением. Проявляйте чудеса тактического мышления на поле боя. Так, умение станет сильнее и применяется быстрее. Увеличенный урон от оружия, больше ловкости, больше обаяния. О, обаяние даже. Бросок, деформация меня интересует. Мастерство нападения тоже бы хорошо. Стоимость 5. А чё я не могу? О! Фига! Чё за ветка-то? Я вообще... Ой, это как? Ладно, сейчас. Так. Так, ранг 5. П
повышает урон и мощность спутников на 15, повышает урон от оружия спутников, а здесь повышает максимально разрешенный вес на 35, а здесь-то что повышает урон от умений и мощность умений действует на 25% дольше. Можно использовать два умения подряд, при этом первое с 15% не потребует времени на восстановление. Два подряд. Увеличение урона от умений. Сейчас у меня вот 25, а так будет 50. Собранный. Блин. Короче, я не знаю, я сделала вот так. Вот выносливость, перезагрузка, техническая броня. Бросок, наверное, на 40% больше сила. Поражает противника в радиусе 2 метров. Я силу больше делаю, да, мне как-то на это. Деформация. На деформацию мне не хватает. Увеличить на 40% наносимый урон. Увеличить продолжительность на 60%. Вот это мне хочется. А тут... Так, ну тут ну, нафиг. Граната. Давай возьмем одну. Запас гранат увеличен на одну. Ну и выносливость-то, естественно, мы возьмем. Так, что у нас Джеймс? Ой, Джеймс. Так, барьер. Опустошение, перезагрузка, офицер Альянса. Это потом урон от оружия, здоровье. Так, сейчас... Ой, не то нажала. Джеймс, специалист по оружию. Естественно, надо брать. Хотя бы 3 ранга. Прокачки, бойня. Мощным взрывом врагов можно буквально порвать в клочья. Наносит большой урон стоящим рядом с целью врагам, эффективно против брони. Зажигательная сколочная оборона. Это Джеймс, да? Оборона. Так. Да блин. Джеймс. Бойня. Да, не привыкла я еще к этой системе, поэтому... Как бы... Так, осколочная граната. Зажигательные патроны по-любому надо брать. Осколочная граната. Так, специалист по оружию. Вот, давай. Дополнительно повышает улучшение щита и здоровья 40%. Так, дополнительно повышает усиление урона, наносимого оружием на 20. Здоровье щиты, либо урон от оружия. Здесь на 20, а здесь вон на сколько? Много. Вот так сделаем. Здесь, чтобы снижать задержку при зарядке щитов. Повышает урон наносимого умения. Конечно, это. Ну, это нам уже сейчас не взять. Осколочные гранаты. Зажигательные патроны, бойня. Ну, тут уже я ничего не возьму, пускай это останется. Так, Кайден, барьер, перезагрузка. Удар поражает на одну больше цели в радиусе 8 метров, но наносит на 60% меньше урона. А здесь повышает урон. Конечно, урон возьмем. Так, давай мы офицера Альянса прокачаем. Так, повышает уровень здоровья щитов членов отряда на 30-ку. Повышает урон на 7 оружие. Давай вот так вот. Опустошение. Уменьшит запас здоровья цели и ослабить защиту. Ну, конечно, берем.
Ну, заморозку... Заморожить разбивает врагов без защиты. Замедляет остальных. Барьер. Так, 2 очка у нас осталось. Ну, я не знаю, пускай будет так. Пока что. Так. Так, ладно. Собственно, это, конечно, все круто очень. Но мне кажется, что нам надо на этом с вами закончить, да, и продолжить в следующей серии. F5. Какое-то оружие там открыло на F5. Дробовик. Так, подождите. А сохраниться-то нельзя, что ли? Блин, я думаю, можно сохраниться. Сохраниться нельзя, ребят. Ну ладно, давайте там еще здесь побегаем. Yeah, we've got Reapers invading Earth. The station here is offline. A little dust storm seems like the least of our worries. Fair enough. Ну, теперь можно тут сохраниться. Так, ладно, давайте продолжим, да, в следующей серии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, вступайте в группы ВКонтакте, в Стиме, подписывайтесь на канал на Твиче. С вами была Рыжик. Всем удачи и пока-пока.